Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Локи. Сегодня у нас в преддверии матча очередного тура российской премьер-лиги Краснодар ЦСКА. Вы, друзья, пишите в комментариях свои прогнозы, как вы считаете, с каким счетом закончится эта встреча, кто победит, кто забьет и кто, возможно, заберет 3 очка в этом весьма непростом противостоянии. Составы на прогноз взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут немножко отличаться, ну и, ребята, давайте начинать. С центра поля начинают хозяева, Краснодар, поехали. Первая подача в штрафную, и здесь защитник ЦСКА решил отыграть головой, чуть не попав в свои ворота. Первый угловой. Пошла подача. Акинфеев играет кулаком на подборе. Петров, опасная передача и первый мяч в воротах. По-моему, ребята, это Берг. Нет, это Уткин. Он оказался ближе всех к воротам, получил хорошую передачу от партнера и послал мяч под ближнюю штангу. Акинфеев не дотягивается, и Краснодар по-хозяйски выходит вперед. Ну вот здесь мы видим, свободная зона. И классно Уткин попал. 1-0. Краснодар на 6-й минуте выходит вперед. Ошибка Смольникова, это Влашич. Видит в центре партнера, удар по воротам, рикошет, и это было опасно. Подача есть, удар по воротам, и тащит голкипер Краснодара мяч из-под перекладины. Хороший момент. Влашич, по-моему, подавал. И здесь гибкость голкипера Краснодара спасает команду. Смольников на правом фланге. Будет ли передача? Передача есть. Здесь короткий розыгрыш. Газинский, Петров. Пока на коротке разыгрывают. Подача. И там летел на этот мяч Берг. Еще один выстрел и еще один гол. На сей раз Берг попадает ударом с разворота. Бьет в дальний угол, и на 29-й минуте Краснодар увеличивает превосходство. Немножко неожиданным получился этот мяч. Берг подрабатывает и бьет. По прыгающему мячу не смог спасти Акинфеев. Конечно, гол красавец. Одним касанием подработал, вторым пробил. Очень здорово, мяч лег на ногу, и в итоге 2-0. 39-я минута, атака ЦСКА, попытка удара, но здесь спасают защитники Краснодара, и опасного момента нет. Атака ЦСКА, удар по воротам, и снова тащит голкипер Краснодара, и на этом первый тайм закончен. Начинаются вторые, 45 минут, и если по ударам у нас в принципе равенство, то по счету Краснодар впереди 2-0. У ЦСКА было два неплохих момента, но два шикарных сейва голкипера спасли Краснодар. Чего не смог сделать Игорь Акинфеев. Еще момент от ЦСКА, и снова дотягивается Сафонов до мяча. Краснодар в атаке, подача, отбивается ЦСКА. Но хозяева поддавливают, это Петров, Газинский. Уже на подступах штрафной. ЦСКА заработал право на опасный штрафной. Обликов у мяча. Удар по воротам и крестовина. И снова удар Берга, на сей раз мимо. Удар Влашича забирает намертво голкипер Краснодара. И тут же быстренько вбрасывает мяч к центру поля. Последние 5 минут ЦСКА в атаке. Подача от Влашича. На отбой играют пока что защитники Краснодара. Наш прогноз закончен, друзья. В нем победил Краснодар со счетом 2-0. Каким результат будет в жизни, узнаем с вами совсем скоро. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.